Всем привет, 5 марта. Иголки смотрим, сыпятся иголки. Всю ночь сыпались иголки. Сейчас посмотрим, что будет. Ну что, сегодня получше, наверное. Ну, не намного, но 10 сантиметров где-то примерно. Вылезем сегодня в лес, посмотрим, что там происходит. И определимся с расположением ветра и вот этих образований новых, которые нашли. Ну вот такие условия. Буран повторяется. Поедем сейчас в лес, посмотрим, что там изменилось за эту ночь. Снег сегодня пышный был. Не такой, как вчера. Позавчера, точнее. Но условия на дорогах очень плохие. Дороги не чищены. Поэтому даже по трассе, вот, которая постоянно чистится сегодня, в обратную сторону здесь вроде раскатали. А в ту сторону вообще ничего не почищено. Дикое количество аварий. Вот. Ну, посмотрим, что в лесу. Мы на месте. Сегодня красота. Тихо, ветра нет. Одни птички только. Я сегодня пораньше выехал. Посмотреть, что за ночь выпало здесь. Как все преобразилось. Ну вот структуры, которые вчера я записывал, они так и остались здесь. С обратной стороны. Ну, вот та сторона, которая обычно теневая, ну вот она здесь просто осыплена. Можете посмотреть разницу в структуре, да? Как это выглядит после обычного снегопада и как это выглядит после вот этих явлений, которые были. Здесь часть отвалилась, конечно, но часть все равно осталась, ее видно. Ну, вы можете видеть, что идет снег. Сейчас пасмурно. Давление очень низкое, 730. Я сейчас попытаюсь перейти на другой берег залива. Ветер сейчас с обратной стороны на залив, поэтому, по идее, лед должен быть прочный. На ту сторону перебраться, чтобы попасть вот в тот лес, который я хотел посмотреть, эти образования. В этом месте я заходил и выходил, когда снимал запись с роликорда. Сейчас зайдем, посмотрим, что изменилось. Тропинка есть. Люди вроде здесь тоже рядом. Есть рыбаки в основном. Витя, привет! Все-таки я добрался до того берега, поэтому сейчас можешь посмотреть, как это выглядит. Я сейчас переключу камеру, будет лучше видно. Ну, по большому счету можешь вот так посмотреть тоже. Вот. Это та сторона, которая вот снег шел, чтобы вы понимали, вот она легко снимается. Вот та сторона, которую мы смотрим. Совсем другой структуры. Здесь хорошо видно, как это выглядит. Главный вопрос, что тут снимать. Все навалено, все в снегу, полный хаос. Ну, уверяю вас, это не так.
снег очень легкий, поэтому он точно так же легко от любого колебания ветра он сваливается. Поэтому эти структуры, они ненадолго. Пойдет ветер, и все это упадет с деревьев. Ну и за исключением того феномена, который я описывал в предыдущем видео, это снег не упал, и он до сих пор лисит, хотя был ветер, и ночью был ветер. Сейчас он остался. Не везде, но есть. Если вот посмотреть, вы увидите вот эти структуры, их достаточно хорошо видно, они необычной формы, они как пена. Вот у нас опять повалил снег, валит уже 2 дня, сегодня, правда, поменьше за ночь, где-то 10 сантиметров выпало, но все равно ветер со стороны юга, оттуда все это несет, ветер усиливается, что время сейчас, наверное, выходить из леса. Я иду вдоль гряды, она полностью обледенела, сейчас как раз вот мужчины вытаскивали, не забраться на нее. Всем, кому понравилось, я рад. Снег усилился. Закончил я съемку деревьев и других объектов на длинных, на коротких выдержках. Нашел ледяные скульптуры. Ну, в общем, вроде все. Пора выходить из леса.